Ребят, всем привет. Показываем дорогу. Если туда вот прямо пойти, туда, то выйдете прямо на море. Решила сходить в магазин сегодня вместе с вами. Если кому интересно, оставайтесь со мной. Такая вот у нас красота. Пойдемте посмотрим наш дом. Ай. Наш дом культуры. И вот так вот у нас украсили к Пасхе. Тут, если идти все время прямо, то мы выйдем прямо к электричке. Кстати, на днях оставляла комментарий у Михаила Портнова насчет этих скандинавских палочек. Ребят, я не понимаю, как некоторые блогеры получается идти и снимать. Я сегодня два раза упала. Второй раз было очень больно. Так что, если что, дайте мне, пожалуйста, знать, как это делается. У нас тут такие бордюры опасные. Школа. Я вообще в этой стороне 100 лет не была. Особенно пешком. Так что с вами вместе будет интересно. Посмотрим, что там есть. В общем, магазин сходила, и поверьте мне на слово, ничего там интересного нет. Такого, чего не было бы в других магазинах. Так что пойдем дальше. Мы подходим к нашей поликлинике. Так, я все держу, чтобы не упасть. Вот такой лесочек. Такие дорожки. А нога-то побаливает. Завтра, наверное, будет синяк. В общем, такая у меня сегодня прогулка. Сейчас попробуем все это дело обойти и зайти еще в один магазинчик. Сейчас дети дома, и они только и делают, что едят. Поэтому вот иду. Купи что-нибудь вкусненького. Заодно покажу вам примерно райончик наш. Подходим на наш Лига Базар. Так, нужно нам как-то перейти дорогу. Смотрю, смотрю внимательно, куда иду. Базар. Сейчас зайдем там, кое-что купим. Вот такая вот у нас красота. Там получается у нас большая Максима и сбоку слева Реми. Мы сейчас пойдем в Реми зайдем. Там у нас автобусы, машинки.
Решила быстренько вам показать, что я купила. Так, вот. Сардельки с сыром. Очень вкусные. Дальше. Огурчики деревенские. Есть. Горошек. Буду делать салат. Зеленый горошек. Так, виноград. Вкусненький. Колбаса. Ну, тут запечатали, но обычная колбаса докторская. Салями. Вот такой кусочек. Тут нарезано. Стоит €67. Килограмм получается 5,53. Сейчас акция. Так, вот такой вот карбонадик. €60. Вот это вот. Сколько тут у нас? 200 грамм. Мой любимый сыр. Вот столько здесь вот нарезано. Уже очень вкусненький. 3,99 за эту упаковочку. Так, булочки с корицей детям, две упаковочки курочки, по-моему, еще тоже скидка по 1,5 евро. Что у нас тут еще? Фарш в районе 2,19 фарш свиной, йогурты детям нравятся эти, два клубничных и один манго. Так, огурчики малосоленые на салатик. Паштет. Так, хлеб в районе еврика. Йогурты показала, огурцы показала. В общем, мясо показала, сыр. Наверное, показала, да? В общем, сыр. Яблоки купила еще. В общем, еще там по мелочи. В общем, потратила где-то 35 евро. Покупка эта была не плановая, так как в пятницу мы уже закупились. Молоко, картошка, все овощи, все есть. В морозильнике тоже полно мяса. Ну вот, надо было пойти купить каких-то вкусняшек детям. И овощей. Ну и что-то на хлеб. Так что как-то так.